В Тверском гарнизонном военном суде вынесен приговор уроженцу Республики Таджикистан, обвиняемому в пособничестве в осуществлении террористической деятельности путем предоставления средств совершения преступления. Теперь уже осужденного задержали сотрудники УФСБ России по Тверской области. Осужденный в социальной сети общался с другом, находящимся в Сирии и являющимся членом международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации. Оказалось, он уехал в Сирию воевать. И он, мы с ним в контакте переписывались, и он предлагал мне к себе туда, в Сирию, завербовал меня. Хотел к себе забрать. Вот мы общались, он рассказывал, как проходить границы, копил деньги. Хотел уехать. А потом тут поймали ФСБ России. Спасибо ФСБ России, за что спасли мою жизнь. Не допустили, чтобы я уехал в Сирию воевать. В связи с установлением его местонахождения в городе Вязьма Смоленской области следователям Следственного комитета, сотрудниками управления ФСБ России по Тверской области был осуществлен выезд в данный населенный пункт, где в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных во взаимодействии с УФСБ России по Смоленской области, злоумышленник был задержан, допрошен в отношении него судом по ходатайству следствия, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Собранные Заволжским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении уроженца Республики Таджикистан. Следствием и судом установлено, что в апреле 2016 года молодой человек, находясь в Тверской области, общался в соцсети с мужчиной, который находился на территории Сирии и участвовал в деятельности международной террористической организации «Исламское государство», запрещенной на территории Российской Федерации. По просьбе своего собеседника молодой человек начал оказывать ему содействие в террористической деятельности. Вы осознаете свою вину? Да, конечно. Что вас подвигло на совершение преступления? Я с другом общался и говорит. С другом общались? Да. Решили помочь другу? Ну да. На сколько, на какую сумму-то? Не, без суммы, без спроса, как другу помог и все. Как другу помогли? Это было в 2016 году. Вы сейчас что посоветуете тем, кто вдруг решит точно так же другу помочь? Лучше этого не стоит делать. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.